Жители Иланского все выходные не могли дозвониться до скорой помощи. Связь с медиками пропала в пятницу. Произошло это из-за того, что неизвестные злоумышленники украли часть телефонного кабеля. Он был срезан сразу в трех местах. Пока шли ремонтные работы, местным жителям пришлось вызывать врачей через единую диспетчерскую службу и полицию. Как пояснили в Иланской районной больнице, несмотря на сложившуюся ситуацию, медики успели оказать срочную помощь всем больным. Ежедневно бригады обслуживали около 18 вызовов. Сейчас связь со скорой восстановлена. Все нормально, все оперативно порешали. Но мне неудобства вызвали у милиции, потому что они мне телефон до красна уже был накаленный. Хотя на сотовую связь скорой была, на сотовый телефон дозванивались туда. Номера были и в ЕДДС, и в полиции. Они просто переадресовывали. На сегодняшний день со скорой уже связь налажена. Ее и в субботу частично. Хотя я просил начальника в первую очередь сделать скорую.